Новые территории, добавленные по решению местных властей к парку 50-летия советской власти, преображаются на глазах. Сегодня на земляном участке между Сбербанком и спорткомплексом «Кристалл» начались земляные работы по подготовке чаши для будущего пруда. Напомню, что водоем был в парке, и это был один из символов парка, который наиболее часто встречается в воспоминаниях людей из советского периода о парке. Поэтому водоем будет, и будет даже большего масштаба, намного больше масштаба, и интересный по своему обустройству. Это будет такой длинный канал с мостами и островом в центре. Параллельно рабочие ведут обустройство пешеходных дорожек, укладывают брусчатку. Также уже готовы к асфальтировке площадки под игровые виды спорта и скейт-дром. Ранее в тихой зоне старой части полтинника были установлены шахматные столы, а на детской площадке – комплекс канатных аттракционов джунглей.